утро третьего дня. Хотя, вот та группа, что за мной, это наши 29 участников, считают, что прошла уже как минимум неделя, а то и две. Впереди у нас еще дальше путь вдоль Альхона и выход на 25-километровый трек по льду по Большому морю в сторону Бурятии. Мы находимся у самой конечности острова Альхон. Откуда мы пойдем пешком в эту бескрайнюю Байкальскую даль? 50 километров. Пешком со всеми своими вещами будем ночевать на льду. Нам предстоит настоящее, экстремальное, комбатуровское приключение. Вода прям сколыхнулась. Офигеть. Ребята, я боюсь, мы можем не дойти. Это что-то очень странное начинает твориться. Мчите. Моряками, которые видят землю, лагерь уже вот мы близко. Мы сейчас соберемся всей группой, и у нас будет финишная вот эта олимпийская миля, что называется.